проекте «Миллионер», в котором, сделав перевод всего один раз, вы получите возможность принимать многократные переводы от других участников проекта. Проект представляет собой три площадки с тренарной матрицей и три бинарные площадки с вариантами входа 100, 200 и 300 рублей. Все площадки в сумме дают заработок в 5 миллионов 770 тысяч рублей на ваш Payeer-кошелек. Разберем принцип работы проекта на примере одной площадки – Тренар 100. Вы покупаете место за 100 рублей у куратора, который находится над вами. Далее система ставит под вас трех рефералов, которые покупают места в матрице у вас за 100 рублей. Проект работает как в ручном режиме, так и на полном автомате. Если вы заранее не купили место на втором уровне, то система выкупает это место на заработанные 300 рублей у куратора, который находится над вашим куратором. Когда появляется 9 рефералов на второй линии, они сначала покупают место за 100 рублей у ваших трех рефералов. Далее система выкупает места на втором уровне за 300 рублей уже у вас. Выходит 2700 рублей, из которых 2100 рублей идут вам, а на 600 рублей система выкупает место на третьем уровне у куратора, который находится еще выше. Места на третьем уровне за 600 рублей у вас будут выкупать 27 рефералов третьей линии, где вы получите 15 тысяч рублей и 1200 рублей отправится куратору еще выше, за место на четвертом уровне. Четвертый уровень вы будете продавать рефералам четвертой линии, где их 81. Ваш доход составит 94 800 рублей, а 2400 рублей идут на покупку пятого уровня, на котором зарабатываете 583 200 рублей. Общая сумма на выходе составляет 695 тысяч рублей, и это только с одной площадки. Далее на экране вы видите заработок на остальных площадках.